А колхоз идет в собрание. Стоит председатель и говорит, что вы знаете, у нас проблема. Посевная на носу. А кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать. Ну, какие есть предложения? Ну, поднимается. Самый продвинутый говорит, давайте его отправим на лечение. Он говорит, ну какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать один кузнец, все, пропали. Других же нет. Какие еще предложения? Кто-то говорит, давайте его решим премии квартальной. Он говорит, ну да, трое детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли. Один же человек, вы что, дай что-нибудь получше. Ну, кто говорит, давайте морду набьем. Ну, ребят, вы что, 40 лет мужику набить морду, он просто развернется и бросит всю работу. Так же тоже нельзя. Ну, тянется рука, а говорит, да давайте его изнасилуем. Ну, председатель разводит руками, вы что, с ума посходили? Что за предложение? Ну, тянется вторая рука, говорит, а давайте изнасилуем тракториста. Он говорит, почему это тракторист? А у нас их двое. Ну, мы иногда таким образом принимаем решение. Я вам сейчас расскажу конкретный пример. Из нашей практики. Значит, все прекрасно понимали, что... Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Что-то, куда вас тянет? Не успел дойти. Вот, значит,